Всем привет! Вы на канале Баранки Гну, меня зовут Карина, и в преддверии Масленицы мы приготовим с вами классические блины. В каждой семье есть свой рецепт идеальных блинов, и сегодня я поделюсь с вами нашим идеальным рецептом. Для приготовления нам понадобится яйца, соль, сахар, теплое молоко, мука, кипяток и растительное масло. Необходимое количество ингредиентов я, как обычно, укажу под видео. В миску наливаем теплое молоко, разбиваем 4 яйца, насыпаем соль и сахар и смешиваем миксером. Можно воспользоваться венчиком. Насыпаем муку, ее я предварительно просеяла. И снова перемешиваем на самой медленной скорости миксера. Вводим кипяток тонкой струйкой, постоянно помешивая. Добавляем растительное масло. И тесто готово. Вот такой консистенции оно должно у вас получиться. Раскаляем сковородку и смазываем маслом перед первым блином. Наливаем тесто и обжариваем. Количество теста регулируйте на свое усмотрение. Чем больше вы его нальете, тем толще получаются блины. Дожидаемся, пока края не зазолотятся, и я провожу по краю деревянной палочкой, а затем переворачиваю блин лопаткой. Мои пальцы очень чувствительны к горячему, поэтому руками я блины стараюсь не трогать. По желанию готовые блины можно смазывать сливочным маслом. Это базовый рецепт. Другие рецепты блинов также появятся вскоре на нашем канале. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. Всем желаю удачи в приготовлении и до новых встреч!